Беларусь. Синёкая земля под белыми крыльями, тихая и толерантная. Такой мы ее знаем. Но есть и другая Беларусь. Она тоже с миллионами людей, только виртуальными. Они тоже дружат, общаются, влюбляются. Тоже виртуально. Яркие и амбициозные. Они жаждут быстрой славы. И готовы на все ради лайка. Мы предложили им развиртуализироваться. И теперь 30 пользователей сети поборются за участие в новом сезоне реалити-шоу. Каникулы вслепую начнутся скоро.